Дорожный знак в кустах. На улице Академика Мальцева пешеходный переход существует только номинально. А все потому, что водители его просто не видят. В ходе рейда по дорожно-транспортной сети активисты ОНФ встретились с местными жителями, провели замеры и вынесли вердикт. Переход не оборудован должным образом. Здесь нет разметки, а знак и вовсе не виден за деревьями и кустарниками. В высоту он всего 1,5 метра, а должен быть больше 2. Переход расположен на перекрестке с улицы Фролова. Рядом 2 детских сада, школа и поликлиника, а значит, необходимо ввести ограничение скорости 40 км в час, установить искусственные неровности, наладить наружное освещение. С вопросом оборудования пешеходного перехода общественники планируют обратиться в мэрию. Этот пешеходный переход сейчас опасный, считается. Ребенок, который перебегает или переходит дорогу в этом месте, может быть незамечен водителями. Водитель едет, он видит знака, что здесь находится пешеходный переход. Здесь отсутствует ограничение скорости, здесь отсутствует лежащий полицейский. Поэтому до беды здесь, знаете, один шаг. И вот к 1 сентября этот недочет должен быть устранен, потому что 1 сентября дети идут в школу.